Саратовский министр госпитализирован во время отпуска. Сергею Лисовскому, возглавляющему Министерство промышленности и энергетики, стало плохо во время отдыха в Болгарии. Он был госпитализирован в одну из больниц в городе Бургасе. По предварительной информации, у чиновника обострилась хроническая болезнь. Ему пришлось сделать срочную операцию. Состояние сейчас оценивается как стабильно тяжелое. Сейчас решается вопрос об эвакуации Лисовского спецбортом МЧС в Россию. Но в случае, если это будет невозможно, лечение продолжится в Бургасе.